Друзья, в продаже у нас появился Volkswagen Passat 2011 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,8 литра, 152 лошадиные силы. На роботизированной коробке передач, передний привод. Имеет оригинальный ПТС, всего два владельца. Хорошая комплектация, с родным пробегом. Имеются противотуманные фары, парктроники вокруг автомобиля, литые диски, повторители на зеркалах. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с подогревом, электрорегулировка наклонки спинки водительского кресла, мультируль, штатная мультимедиа, климат-контроль, подогревы передних кресел, кондиционер, электроручник, тканевый салон в отличном состоянии. Сзади у нас электростеклоподъемники, диван на 3 места, подлокотник с нишей, с двумя подстаканниками. Автомобиль в хорошем состоянии, с родным пробегом, в хорошей комплектации. На литых дисках. Оригинал ПТС, всего два владельца.